Друзья, приветствуем вас снова на канале Friend Studio. Мы снова на пассаже Гуа приехали. Вот вода уже ушла. Еще 2 часа до активной фазы передвижения по дороге. Можно через 2 часа разрешено ездить. Но мы так решили подъехать сейчас. У нас были кое-какие дела. Днем мы ни в какую не смогли приехать, чтобы все это заснять. Надеюсь, что-то видно будет. Думаю. Попробую я сейчас с камеры снять. Вот мы, главное, мы здесь. Сейчас поедем. Вон уже машины ездят. Посмотрим сейчас. Видно вам нет сейчас. Я попробую показать, посветить чуть-чуть. Вот вода. Какая хорошая дорога. Асфальт так скипал. И прилив ютен, ютчек. Да, не вижу, что ли. Да, по-моему, ли прилив. Жалко, что ночью только мы смогли приехать, но я надеюсь, что видно. Сейчас обратно будем ехать, тоже посмотрим, как все засняли. А? Ну, сейчас это дорога такая. Пассажды. Вот. Вот на эту трюк башню залазишь, отдыхаешь, короче. Здесь шутливо. Друзья, вот мы сейчас хотим пересечь дорогу. Вода ушла, съемка ведется из машины уже. Вот. Воды нету. Дальний, да? На 6 минут только батарея осталась. Вот во время, если кто не успевает, ну сейчас, наверное, не видно даже, кто не успевает от воды уйти, когда прилив бывает, он залазит на вот эту макушку и ждет отлива. Вот. Такие дела. Думаю, здесь все видно. Сейчас включу камеру. Вот начинается съемка. Что? Будем прорываться. Будем прорываться. На встречу нам машины идут. Ближний туман, его. Кругом море, океан. А вы знаете, что я что говорю, да? В общем, ты вот я не знаю. Блок убери. Или люк открой. Люк, да? И... Ага. Алка, не так цедово. Thank you.
Пустая машина. Чисто. Чисто. Да-да. Днем океан был, сейчас уже дорога. Такая спасательная ерунда. Прикинь. Чудеса природы. Какая хорошая дорога тут. Асфальт как стекло. Извините, что... Да уло, да, 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 да. Цонг шуй. Хе халдол, шду. Да, да, да. Да, 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 цирцелыш, да, да. Возвращаться, вода поднимается.
дельзо. Там полдово, что ты сидел. Йон дельз, мед пиво. Да, горди, надо дельзо. Сейчас паника начинается. Из паники готовы, из паники. Для этого мы и были здесь. Ну да. Может, развернемся обратно? Да, развернемся. Обратно надо. Сегодня сосуд. Не сильно, ты думал, что это ага. Юг версия, ага. Бессмысленно. Ага, ага, моргать, я что юг лобу. Агент, а могу жим-жим версия. Дор уже моргать, я что гамудил. Вот, вот. Значит, опа, опа. Стоп, видишь? Ну что, гамудил бог уже. Значит, там уже опасно. Вот, едем обратно. Поели, а? Пойдем. Снимай пиво. Е-е, уже голдов срок его. Цельишь, моя ручка. Так, вода поднимается. Да, вода конкретно поднимается. Ужас, адреналин, я вам скажу. Вода поднимается. Надо поспешить, надо успеть. Успеем, все в порядке. Если не успеем, поплывем, что? Чуть. Ты голдун с ним, ажа уже. И мумия тут ловит ее еще. Да. Ну мы уже приехали, да? Не, рано еще. Еще вон там вода. Да.
самостоятельно. Друзья, на этом наше путешествие в пассаж Гоа, переход Гоа, или как там, как хотите так называйте, я думаю, на этом завершается. Вон вдали я вижу, как машины пробовали перейти, но они возвращаются обратно, возвращаются обратно, да, повернули назад. Вижу, я подфарники их не горят. И мы не стали тоже рисковать. Вы сами видели на видео, что вода уже до критического момента пошел прилив. И мы повернули обратно, чтобы не рисковать, да. И впереди мы тоже видели, как кто-то моргает нам, возвращайтесь, сигналы подавали. Вот такие дела. Ну, надеюсь, видео и момент, вот этот момент я хотел запечатлеть, показать вам, что как вода поднимается, весь азарт был в этом деле, был, что вода поднимается, хотел переехать. Но у меня не получилось, поэтому ночью, я думаю, риск...